Привет, вы тут новенький? Я вам гость Войтсон. Временно обгон. Соперник оказан на индикаторе результата. Это панель эффективность вашей вождения. Чтобы открыть ее, коснитесь экрана. Давайте потренируемся. Отлично, теперь давай обгоним первого соперника. Неплохо. А, то есть это мы и едем. Обгони еще одного соперника, заработай деньги на покинутых дорогах. Разблокировать. Так, как игра называется? Игра называется у нас Idle Racing Go. Так, что тут у нас вообще есть? Открыть меню детали. Закрыть. Принять. Да. Зависло? А, нет, все, хорошо. Так, что здесь есть? Русский язык. Настройка музыки, настройка звуков. В принципе, нормально. Здесь наша машина немного подлагивает. Так, схема вперед. Завершите лигу. Так, это наша машина, да? Динамику, стардост. Первопроходец, Феникс, Энигма, Свобода, Паук, Молния, Легендарный, Мираж, Аврора, Фантом, Титан, Магера Энчити, Гадюка, Конъюнкьюрор и Триумф. Так, ну ладненько. А, это место 14, да? Типа мы в гонках участвуем. Блин, а можно как-то сделать так, чтобы вот этих показателей не было? А, я могу просто куда-нибудь кликнуть, да и все. Причем он больше. О, взял опять. Почему она сбрасывается? Так, подожди, мы можем улучшить авто. Так, мы типа на управляемость потратили. Крит он, короче, шансом у нас выпадает. Так, бронзовая лига. Турнир первый из 10. Ну слушайте, прикольно, типа Так, новинка. Разблокировать. Супер топливо, эффективность. Чтобы активировать навык. Замечательно, вот так оно удача. Собрать деньги. Бронзовый пакет. Руль. Пришел вдаль. Ой, нифига, ну как выглядит карточки. Теперь давай улучшим усилия. Хорошо. Мануть мне деньги фармятся теперь. Улучшение автомобиля. Прокачаем немножко движок.
Нифига, мы ускорились. Freedom. Так, денежки. О. А, это специальное предложение, нам не надо. Битва с боссом. Обогнал. То есть... Блин, а чё так турнир долгий? Ну, в какой-то степени это долгий, да, турнир. О. А как я мог? Подожди, я могу? С линии на линию там перемещаться? Походу нет. Жаль. Так, ладно, улучшение автомобиля. А ну, когда улучшаешь автомобиль, оно подлагивает. Навыки. Так, битва с боссом, стоять. Так, усиление. Золотой пакет. Так, руль, шины, генератор, мотор, диск. Так. Хорошо. Улучшение. Ну так я... Так я ж нажимал, алло. На ту сторону. Странно. Так, по 25 бч я получаю. Только более-менее зарабатывается. И... Полетели. Бьюм. Изи. Монати, у меня уже разгон идет. Мы скоро этих врагов будем просто пролетать. Это что мне нужно было сделать, чтобы попасть? Ой, я запись забыл включить. Ну, не запись, а... Ладно, обгоню. Так, передачу увеличим. По 140 получу я теперь. Мне просто интересно, моя скорость такая влияет на что-либо? Только влияет это значение наверху. А потому что я что так уменьшилась? Ладно. Странно. Так, навыки. Улучшение нитро. О, теперь сработало. Деньги. Готово. Изи. Улучшение. А, когда я около денег, тогда умножитель идет. Все ясно. Так, эффективность поднять надо. Клан, полетели. Ту-т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 у
босс. Бум. Просто мы... Бля, ладно, опоздал. А, и то есть оно так вообще не работает? Странно, я не понимаю, как мне работать, когда, типа... Смашной... Деньги высыпаются. Так, ладно, улучшение. Манать у меня он спринтанул на крите. Почему оно сбрасывается? А, не, оно не сбрасывается. Показалось. Топливо активировано. Давай. Битва с боссом. Готово. Прокачка есть. Минус кэш. Так, это на 10-м, да, пойдется? На 10-м. Ладно, поехали по дороге. Мировой турнир. Навыки, шанс крита, но это активный, не хочу. Блин, я бы алмазный пакет скупил бы, попытался бы собрать, по крайней мере. Так, а что разблокировать? Эффективность. Нихера. Нихера. Короче, чтобы мне хотя бы это разблокировать, мне нужно в турнирах участвовать. Так, а что здесь мне, подожди, рекомендуют? Нихера разгончик в зале. На колесах. А, там у меня нитро было включено, вот что он так быстро летел. Так, мне 75-й нужен, а 100-й.
Так, хорошо. Десятый уровень. Есть. Эффективность прокачана. Этого обогнали. Количество машин. Тут карты нужно собирать, чтобы машину получить. Тоже момент. Автокасание. А, полетели. Ну, в какой-то степени он довольно быстро летит, но в другой степени и нет. Коллекционные монеты мне дали. Давайте лям соберем. Короче, я не понял, как оно должно было работать. Странно. Мне лям нужен. Магика. Норм. Неплохо. Так, один лям собираем и прокачиваем себе. Что я там не смотрел? Короче, туда тоже битва с боссом есть время. Вот это расстояние, когда мы обгоним челика. Каждого, когда мы челика хоть одного обгоним, мы получим за это деньги. Короче, здесь главное обгонять. Давай еще одного обгоняешь, и мы с тобой улучшение покупаем. Шины. Готово. Шины, шины, шины. Дальше уже идет долгая прокачка у нас. Битва с боссом. В принципе, у нас на один пак хватает вот этих цешек. Давай нитром. Не нитром. Что вы мне там предлагаете? Магазин. И что забрать? Осталось 3. Куш увеличивается каждый раз. Окей, сейчас у нас 13.82. Короче, здесь главное это скорость наша. Если еще можно было бы красить, вообще было бы тема.
Да, видите, увеличивается. То есть мне смысла сейчас брать нету. Лучше придержать. Бронзовый пакет. 30-ку стоит. Нормально, в принципе, на самом деле. Так, 409 тысяч надо. Так, на 50 я могу увеличить. До 50 уровня. Так, до 50 уровня. Что я хотел увеличить? А, передачи, точно. Так, ладно, сейчас я уже тогда опну шины. Так, теперь моторчик улучшим. Рулевое управление. Шанс крит нитро. Плохо. Так, теперь мне, короче, миллионы нужны. Ну, у нас, блин, только бронзовая лига пятая. Подожди, получается, один турнир это... А, не, подожди, один побежденный враг. Это с 15 по первое место. Или как? Окей, сейчас посмотрим. Алмазы дали. А, с 20-го. То есть, смотрите, одна вот такая точка. Это у нас 20-ка. Раз, два, три, четыре, пять. То есть нам нужно выиграть 100 соперников, чтобы пройти первый турнир. 6. Это просто 6. Ну слушайте, ну оно хотя бы не лагает. Ну, я имею... Ну, типа, когда я, да, здесь переключаюсь, оно лагает из-за того, что у меня на ультра-настройках. И оно, скорее всего, так как дома прогружается из-за нашей скорости, оно просто все не успевает сделать. Поэтому как-то так. Я могу купить. Я понимаю, что там дерьмо будет. Ну да, турниры прошли, теперь заново.
То есть сейчас мы обогнали с вами 600 участников. В какой-то степени. Мне не всрались навыки. Бонусные деньги. Бонусные деньги — это неплохо. За одного обгонина вам не дают поляму. Обогнать троих, чтобы получить прокачку шин. Еще бонус деньги. Неплохо, неплохо. Так, ладно, что у нас здесь? Собрать. Так, достижения дали. Плюс деньги. Ладно, ладно, куплю я ваш улучшение эти тупые. Ну блин, за сотку. И случайные чертежи. Нитро ускорение. Ну типа у меня есть сатен. Вот если бы я знал, что это. А, жетон замен машины, то есть мне нужны еще жетоны, чтобы заменить машину. Ну, не очень хорошо. Текущий автомобиль. Ну, короче, мне нужно в основном чертежи получать. Без чертежей далеко не уедешь. Короче, ясно. Просто прокачиваем машину, да и все. Давайте я соберу, сколько там мне надо. 99 лямов, и посмотрим, что будет дальше. Ну что, я собрал деньги. Давайте посмотрим, насколько он увеличится. Честно сказать, я ожидал большего. Что он еще быстрее будет ехать. Намного быстрее. А, давайте посмотрим, может тут еще что-то есть. А, бронзовая лига. Потом сразу... Бронзовая лига, да, видите, 4. Награда за первый. 40, 160... Битва с боссом, там, ладно, сам успеет. Я хочу за первую лигу посмотреть. А, тут алмазная лига, нихера себе. Мультипликатор, 95 штук. Но все равно, ты пока до сюда доедешь, ты хереешь. Так, ладно, навыки, что тут есть. Достижение. Коллекция предметов. Давайте, ладно, ящик тогда, я думаю, откроем. Поршни. Мотор дали. Нифига. Охлаждание. Глушитель. Все?
ежедневное задание выполнил. Минуты в режиме нитро. Нужно 5 сделать. Нифига, у меня это тоже набрался почти. А, все. Закончилось. Собрать у сетелителей. Ну что, давайте оценивать, в принципе, игру. Сделано красиво. То есть у нас мы едем просто на фоне с вами города. На фоне, так сказать, города. Что здесь можно добавить плюс? Что-то начинает тупить. Ну, то, что мы едем по городу, да, то есть что-то происходит вокруг. Мы обгоняем машины. Эти машины — это только наши соперники. Здесь есть количество машин разных. Но их пока откроешь, ты охереешь. То есть один плюс — это графическая составляющая. Просто как оно выглядит в своей, в таком духе. Это один плюс. Гильдии, всякие турниры нам не открыты. Турнир заблокирован. Заблокирован. Тут есть мультиплеер, то есть мультиплеер, скорее всего, будет прикольно, значит, это тоже плюс отнесу. У нас два плюса только. А, точно, еще настроечки. То, что здесь может ползунки, звук. Это три плюса. Три плюса. К минусам я отнесу, это... Тут ничего, тут нечем заняться в игре. Просто непонятно. Ну, просто движемся, движемся, все. То есть чем-то зацепить полностью так не может надолго. Поэтому 3 плюса, 1 минус. У нихера у меня денег. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.